Самых красивых сотрудниц офисов выбирают в Новосибирске. В минувшие выходные на подиум вышли 30 девушек. От менеджеров банков до руководителей транспортной отрасли. Победительница конкурса получит право представлять город уже на федеральном этапе, где поборется за главный приз – 2 миллиона рублей. Походка от бедра, голливудская улыбка. Для многих конкурсанток это первое в жизни дефиле. И первая маленькая победа. На руке у каждой порядковый номер, который еще надо было заслужить. После интернет-кастинга 70 претенденток оставили только 30. Многие не надеялись выйти на подиум. Это мой первый конкурс красоты, и не поверите, только вчера я решила принять участие. И буквально за сутки у меня такой сумбур, и я готовила все за сутки. Номер, речь и вообще, и платье даже. Платье не могли найти, сегодня повязывали девочкам ленточки. Они оказались все короткие, пришлось просто клеить на двусторонний скотч, прям на руку, на мерки. Но ничего, девчонки, конечно, все жутко волнуются, но я думаю, а что делать, это конкурс, победит достойнейший. Менеджеры, инженеры, риэлторы, черный низ, белый верх – это на работе. Сегодня только вечерние платья. Встречают по одежке, провожают по талантам. Некоторые совмещают, демонстрируют публике свою первую коллекцию одежды. Большинство пытается поразить жюри вокалом. От конкурса я надеюсь получить максимум эмоций, очень много опыта и, конечно, бы хотела победить. На судейской скамье победительница одного из первых конкурсов «Мисс Офис» делает прямой эфир в Инстаграме. Точно такая же корона достанется победительнице. Пока выбрали тройку полуфиналисток. Среди них две сотрудницы банков и менеджер транспортной компании. Интернет-голосование покажет, кто из девушек будет представлять Новосибирск на всероссийском конкурсе и поборется за главный приз – 2 миллиона рублей. Виола Янгаль, Евгений Макаров, Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!